Привет, это канал Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами рассмотрим сумочку на пояс, часы с длинным ремешком-трансформером и платок с графическим принтом. Давайте начнем с сумочки на пояс. Она выполнена из материала под кожу, это полиэстер, и он, в отличие от многих других подобных материалов, очень-очень мягкий. Он выполнен под мягкую кожу именно, бежевую, с контрастной, ярко-розовой отделкой. И вообще вот этот оттенок, ну, называется ярко-розовый, розовый в каталоге, но на самом деле мне кажется, что он какой-то ярко-персиковый. У него есть оранжевый подтон. И когда я видела в каталоге надпись, что это сумочка с отделкой ярко-розового цвета, то я была уверена, что внутри эта сумка ярко-розового цвета. А внутри она такая же нежно-нежно-нежно какого-то молочно-бежевого оттенка, как и снаружи. Только внутри этот материал, он более матовый, а снаружи более глянцевый, более кожаный. И закрывается сумочка на магнитную кнопку и выглядит, собственно, вот как такой раскладной кошелечек. Ее размеры 20 на 3,5 на 11 сантиметров. И есть вот такой вот ремешок, он лежит внутри сумочки, когда она приходит. Он 110 сантиметров. И вообще, знаете, девочки, это вот ремень. Пояс. Это не ремень для сумки, а настоящий такой бежевый ремешок, который вы можете носить с платьем. Он вставляется сзади в сумочку вот таким образом, видите, то есть вы можете сумочку эту снять, носить вообще как клатчик, как кошелек, а ремешок носить как ремешок. А можно, как и рекомендует нам Oriflame, носить вместе с вот этой сумочкой. Почему как ремешок? Потому что здесь еще есть дополнительный вот этот элемент, куда вы можете этот ремень заправлять. Кстати, брендирована сумочка на ленточке. В этом каталоге не стали делать элементы, помните, всегда брендированные сумки на таком же материале, как сама сумка. Нет, здесь уже вот третий, я смотрю, аксессуар, и третий аксессуар, логотип написан на ленточке. Итак, вставляете ремешок 110 сантиметров и можете застегнуть. Первая дырочка, самая маленькая получается, идет на 81 сантиметр, а последняя дырочка, шестая, на размер 103 сантиметра. И вы можете носить эту сумочку на поясе. Не знаю, насколько это удобно. Мне кажется, что если бы эта сумочка была выполнена как бананка, чтобы ее можно было носить через плечо, это было бы тоже стильно и очень изящно. Она выглядит, конечно, очень элегантно. Эта сумочка из-за материалов, в первую очередь, вот такого мягкого и благородного, и, конечно же, из-за такой минималистичной, лаконичной формы. Ну, на поясе, так на поясе. Кто планирует заказать подобный аксессуар, делитесь со мной в комментариях. Мне очень интересно будет почитать ваше мнение. Часы с длинным ремешком-трансформером есть в летней коллекции Oriflame. Посмотрите, какой яркий, красивый бумажный рукав на упаковке часов. Точно в цвет и в принт платка. Не знаю, почему они так сделали, но мы же это как бы никак не можем использовать, мы это просто выбросим. Но оформлено красиво. Внутри картонная коробочка и вот такие розовые часы. Посмотрите, какой интересный розовый оттенок. Мне кажется, что в каталоге они выглядят бледнее. А на самом деле эти часы прям довольно-таки летние, женственные и очень эффектные. И сам циферблат выглядит под розовое золото. Часы в Oriflame все идут с японским механизмом Seiko. А здесь не просто ремешок именно в этом аксессуаре, а ремешок длинный, который вы можете обвязать вокруг запястья. Сейчас я вот освобожу сами часы, и мы с вами попробуем его обернуть. Кстати, девочки, ремешок этот, скорее всего, можно носить двумя сторонами, потому что сами часики снимаются, вы можете их вытащить. А давайте сразу попробуем. И можете носить ремешок как белой стороной наружу, так и розовой. Вот такой вот двусторонний элемент. И, кстати, белый тоже смотрится достаточно элегантно. Все детали в часах выполнены под розовое золото. И по всему циферблату мы видим
мелкие-мелкие стразы. Это выглядит очень красиво. И внутри эти стразы дублируются делениями минут такими маленькими-маленькими точечками, но уже просто в виде рисунка. Три стрелочки: часовая, минутная, маленькая, секундная. Написано Oriflame на циферблате. Вы всегда меня спрашиваете: Оля, есть ли надпись Oriflame? Вот на этих часах надпись Oriflame есть вверху циферблата, внизу, там где 6, написано кварц. Ремешок 41 сантиметр, выполнен как имитация софьяновой кожи. И с одной и с другой стороны одинаково, знаете, как будто паутинка на ткани. Вы наверняка помните, такой эффект есть у некоторых сумок Oriflame. И давайте же попробуем надеть эти часы на руку. Ну, буду надевать вот сейчас белой стороной, светлой наружу. Если честно, я люблю браслеты и часы, чтобы они легко застегивались и легко снимались. Для меня вот эти все наматывания достаточно проблематичны, поэтому этот аксессуар точно не мой. И еще я люблю, когда есть свобода у ремешков, у браслетов. Ну, выглядит неплохо. Вот, видите, у меня такая же намотка, мой любимый браслет, который вы часто видите в кадре, кожаный, и точно так же обмотан вокруг руки. Просто здесь кнопка, а здесь еще нужно дополнительно застегивать. Ну, я застегнула, и это удобно, легко я застегнула прямо с первого раза. Диаметр циферблата 3,2 сантиметра, а толщина корпуса 0,9 сантиметров. Изящные, очень элегантные и, самое главное, женственные часы могут стать вашим летним любимым аксессуаром. Давайте посмотрим платок, который в этом же развороте, ну, по крайней мере, в этом каталоге. Он очень-очень яркий, очень графичный. Посмотрите, какой красивый. Если вы любите эффектные такие цвета, эффектные краски, я, честно, девочки, вообще не ношу платки летом. Я даже себе заказывала несколько раз, я тоже на все это смотрю, это все так красиво, но почему-то летом в свой стиль я не могу вписать подобные аксессуары, но мне они безумно нравятся. Смотрите, как сразу создается вот такое вот яркое настроение. Мне нравится сочетание цветов, и мне очень нравится вот этот глянцевый атласный эффект этого платка. Он 90 на 90 сантиметров. Здесь мы видим ярлычок и также видим вот эту вот бутылочку, бирочку, которая говорит нам, что этот платок сделан на 40% из пластиковых бутылок. Ну что, давайте попробуем его завязать. Мне кажется, это, знаете, даже больше весенний аксессуар, когда вот только-только теплеет, но мы еще ходим в курточках, и так хочется вот этих ярких летних красок. Бирочки, конечно, вы вот эти все срежете, чтобы они вам не мешались, но, на мой взгляд, платок выглядит достаточно дорого. Как вы считаете? Вот эта кайма очень эффектная, очень яркая, которую вы можете как-то драпировать и выигрышно подавать. Ну вот, смотрите, вы любите, когда завязан на шее, когда вы можете посмотреть эти аксессуары, подобные, непосредственно, как они будут вести себя в быту. И мне, знаете, что нравится? Что он не объемный. Вот я не люблю, когда я платок завязала, и еще вот у меня вот тут вокруг много-много всего. Но это все-таки летний платочек. Ну, кстати, очень приятный и очень легкий. Мне кажется, может быть, можно на футболочку его пристроить, как вы считаете? Вот такие аксессуары: сумка на пояс, платок с графичным принтом и часы с длинным ремешком. Что вы думаете о них, я почитаю в комментариях. Если вам был интересен и полезен этот обзор, то ставьте под ним лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть наши видео о новинках Oriflame самыми первыми. Пока-пока!